Я вас точно очень люблю, я очень рада за вас. И где бы вы ни были, я буду держать за вас кулачки, чтобы у вас все было хорошо. Вот вы в моем сердце занимаете особое место, которое никто никогда не занял. Вам всего самого лучшего, найти свое место в другой стране, чтобы все было хорошо. Очень любим и благодарим за то, что обучили плавать. Всех удивительно. Знаю эту девочку почти 50 лет. 48, наверное, или 47. Безумно жалко, что так происходит. У Зверка, к сожалению, не может найти с собой консенсуса. Мы будем ее ждать, мы очень ее любим. Мы же гордимся и все свои. Ай, папочка, я не обещаю ей. Спасибо. Андрей Лондон, хоть вы еще не уехали, но мы уже как-то по вам начинаем скучать. Очень надеемся, что вы очень скоро приедете за вашего такого авантюрного отпуска, назовем его так, как можно быстрее обратно к нам, из хаоса, без вас мы не можем. Добавок, пляжный сезон заканчивается, добавок еще будут и другие. Как же мы будем перед соседями красоваться? Заплывем, жирком, все, в дверь не пройдем, будет беда. Андрей Лондон, возвращайтесь скорее, мы вас очень ждем и любим. Спасибо, что вы появились в моей жизни, что вы показали, что я вам чуть больше, чем я думала. Вот, и это очень классно. И очень надеюсь, что вы все-таки передумаете и останетесь. Мы вас всегда ждем. И любим вас. Хороший человек, хороший тренер. Много у меня научило за все это время, пока мы вместе тренировались. Пожелать ей счастья, здоровья. Светлана, ну, я вам желаю удачи, помощи. Вот, и все самого-самого хорошего. Большое спасибо, что тренировали нас. Меня так вообще очень давно. Я рад, что тренировался у вас. Я многого достиг, это и для здоровья, понятно. Спасибо, что научили меня плавать. Когда я к вам пришла, я умела плавать, мне было очень плохо. Но теперь я умею плавать, и я хорошо плаваю. Желаю вам творческих и спортивных успехов. Спасибо вам, что вы помогли мне научиться плавать, и то, что я занимала такие места на соревнованиях. Да, но я очень надеюсь, что вы не уедете. Светлана, очень рада нашему знакомству. Очень жаль, что оно произошло не 5 лет назад. Но все равно вы мне оценили веру, показали, что я могу, я буду стремиться, стараться, ну и с вами связь держать. Спасибо. Мы очень любим, очень уважаем. Вы самый лучший тренер на свете. Посещаем клуб только из-за вас. Вот честно. Очень хочется, чтобы вы не уезжали, возвращались. Если вы найдете там счастье, то у вас будет все хорошо. То есть я желаю вам очень большой удачи. Дорогая Светлана, любимая, любимый тренер, желаю вам огромного счастья. И тебе прям всегда останавливаться на вас, в Абонте, родные, которые с такой же теплотой будут вам относиться, как вы для всех тренеров. Я так не представляю, как мы здесь с вами будем. Обязательно пишите нам. Все, что угодно. Зовите в гости. Я там очень ни разу не была, после того, как сейчас сидеть. Это очень целуем, обнимаем. Мы всем вам самого-самого хорошего. Такая пульса.
Саша, Лиза, Стас, Света, Света, Лиля, Ира, Саша, Коля, Люда, Никита, Аня, Инна, Миша, Боря, Лиза!